Снежки. А в колокольчике малыши. Малыши только смотрят. Только смотрят книжки с картинками. А мы звездочки и все равно с картинками смотрим, но у нас есть маленькая книжка про настоящие акулы. И оранжевая акула там была. Читай дальше, давай. Как хорошо быть в группе звездочка. А мне нравится в моей звездочке. Потому что такая песня. А кто думает? Читай. Звездочка. Всегда думает. А ему хочется думать? Всегда думает кто? Конечно, всем хочется думать. Думает Фигаро. Думает Фигаро. Пожалуйста. В детском саду тюльпан две руководи те-те-ницы. Что это значит? Руководительница, это они так воспитательницу зовут. Руководительница Хару-Маленик. Какая Хару? Хару, правильно, извините. Маленького. Маленького. Роста поэтому она в группе руководит. Ты не опустила вниз, поэтому она в группе. Колокольчик. Их не учительница? Да. Она в группе колокольчик учит? Да, а какого она роста? Не учится, руководит, работает. Какого роста она? Ты скажи, не надо показывать. Маленького, хорошо. Но она не может быть такого роста, она наверняка выше ребят. Маленького роста, садись. По сравнению с другой тетенькой, она, наверное, маленького роста. По сравнению с ребятами, она выше ребят. Давай дальше. А другая, там две руководительницы, две группы, две руководительницы. Читай. Нацу выше, поэтому она в группе звездочка. Вот когда надо достать барабан с... Будьте здоровы, пожалуйста. Спасибо. Барабан с верхней полки руководительница. Молодец. Хару встает на стуль. А Нацу просто протянет руку, я все. И все. Потому что она повыше, она протянет руку и все, достала барабан с веревочкой. А маленькая? Ой, с верхней полки. А маленькая написано «встает на стул».
Я думаю, она это маленькая учительница, как Бибина мама. Может быть. Может. Пожалуйста. Да, обе руководительницу совсем не похожи друг на друга. Потому что рост... И рост разный, и тетеньки вообще разные. И лица. Давай-ка дальше. Ты знаешь, Бин... Ты помнишь, Бидлый? Ну, то есть, не мисс Шерман, помнишь, который в один день была у нас? Которая замещала мисс Шерман? Да. Я ее не видела, но ты рассказывала про нее. У нее лицо, как у мисс Думей. Хорошо. У них вместе одинаковые хвостики, блин. Понятно. И одежды были... Похожие? Не похожие, а такие же. Да? Как интересно. У мисс Думей dark blue. Здесь вот. Сарафан или кофта, что? Кофта. Ага. А у нас у нее light blue. Прикольно. У нее... коричневые штаны, а у мисс Думей джинсы. Ну так значит, все-таки они по-разному были одеты. Ну, кофты такие. Кофты похожие, понятно. Может, в одном магазине брали. Ты дочитаешь сегодня? Угу. Пожалуйста. Где? Ну вот пока болтала, забыла, где, да. Да, обе руководительницы. Совсем не похожи друг на друга. На друга? Только в одном они похожи. Они обе часто сажают фигуру в угол. Почему? Сейчас мы узнаем. На лавку. Чтобы он там немножко посидел и подумал о своем поведении. О своем поведении. Почему? Сейчас узнаем, почему. По несколько раз. В день говорят они ему. День говорят ему Фигуру. 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 Запомни, мальчика так зовут. Фигуру. Фигуру. Да, Фигуру. Фигуру. Ну что они ему говорят? Фигуру. Говорят они ему. Фигуру. Фигуру. Иди в угол и вспомни, можно ли драться. Он... Оказывается, дрался, видишь? Дальше что еще они ему говорят? Фигуру, иди в угол и подумай, можно ли обижать товарищей. Он, оказывается, друзей своих обижает, товарищи. Вот, немножко осталось, дочитывай. Это вот это? Это продолжение.
это все это. Но мы остановимся и продолжим потом читать. Мы сегодня первый кусочек прочитаем. Всего дня руководительница. Руководительница. Руководительница Хару сказала. Кто это Хару? Руководительница Хару. Это учительница из группы. Она маленького роста, из группы Колокольчик. Сидеру, ты себя кусочек. Остался совсем маленький кусочек, дожди. Ты 10 минут всего читаешь, Полин, давай, пожалуйста. Неужели тебе не хочется узнать, что сегодня этот мальчик делал? Давай, перестань быть собакой, пей нормально. Пожалуйста, Полина. Потом вот посмотришь на себя в кино, как ты себя ведешь, как дурочка. Давай. Подбородок искупал в сладком чае, молодец. Вытерла рукавом. Все, сиди, дочитай, потом пойдешь умоешься и майку снимешь, переоденешь. Не надо ее обсасывать. Давай, пожалуйста. Что сегодня он сделал? Не надо ничего в рот складывать. Сегодня руководительница Раху. Хару. Хару. Руководительница Хару сказала. Сигару, ты себя очень плохо ведешь. Почему? Я не знаю, плохо себя ведет. Ты будешь продолжать читать? Забрать мне вот эти бусы у тебя? Браслет. Сигеру, ты себя сегодня очень плохо ведешь. Дальше. Пойди в угол. Посиди на... Си-си. Посиди. Я сказала. Хорошо. Посиди. Уже. Посиди на чем? На попе? На земле? На траве? На чем? Линейку возьми и следи, пожалуйста. Посиди. Посиди на лавке. И подумай. А Сигару еще до того, как идти в угол, уже вспомнил. Что вспомнил? Вот сейчас узнаешь, что он вспомнил, читай. Вспомнил, что он всего дня забыл умыться. Забыл умыться. Еще что он вспомнил? Сосал палец. Пальцы сосут? Не знаю. Я да. Это хорошее дело? Нет. Вот так. Не, это плохое дело. Не надо пальцы сосать. И пальцы плохо, и зубам плохо. И в рот микробы идут. Пальцы не надо сосать. Давай дальше про мальчика читай. Не вытирал носа. После Т буква И. Не вытирал. Не вытирал носа. Сопли выходил. Чё нос? Нос не вытирал. Сопли выходил. Чё это нос? Что это нос? Не вытирать кого чего носа. Грязный нос. Нету носа. Не вытирал носа. Не вытирал чего? Носа. Нос.
Ну, не натирал нос, ладно, тоже можно так сказать. Просто это же как бы мальчик пишет. Мальчик думает, поэтому мог так сказать. Не натирал носа. Дальше, пожалуйста. Носа это... Чего? Носа? Без носа ходил. Ой, с сопливым носом ходил. Нос меняется же слово, когда ты разговариваешь? Разбросал куклы девочек. Хорошее это дело? Нет. Думаю, вот еще он еще там понаделал. Спаловался, когда все пили. Не пили. Пили. Какая разница между петь и пить? Что, что пели и что пили? Мы пили песню, мы пели чай. Мама, слово пели, только я там и пили так же, только там и. А что можно? Да, а что, мы пели чай, можно так сказать? Нет, а мы пили. А мы пили песню. Мы долго сегодня утром пили песню. Как так? Пили песню, это... Пели! Молодец. Баловался, когда все пели. Как? Ну, не знаю, может быть, ковырялся в ботинках, может быть, в рюкзаке, еще что-то мы пели. Может быть, толкался, не знаю, баловался. Как балуются дети? Да. Все по-разному. Интересно, вот может быть, кривлялся, да. Мелодия, мелодия. Мелодия, мелодия. Вот так, может быть, хрякал, да. Дальше, пожалуйста. Обозвал своего... своего товарища дураком. Халюган. Мы сами говорим, дурак, дурак, дурашка. Мы же по шутку. А он, видишь, обозвал, он, знаешь, не по шутке, не совсем по шутке. Дальше еще что-то он хулиганил, Полина? Да. Ну что, прочитай, пожалуйста. Обозвал товарища. Его товарища дураком. Дальше. Я уже прочитала, что он еще хулиганил. Обозвался. Кой за драком. Что делал? Бросался завтраком. Завтраком каким? За завтраком чем бросался? Во время завтрака он чем бросался? Морковкой. Это хорошее дело? Нет. Но смешное. Но плохое дело. Вот ты знаешь, когда кто-то взял полезную еду у нас в кафе, где можно брать еду. Знаешь что? Угу. Дала яблоко. Его выбросили сразу? Да. Жалко, конечно, можно было помыть. Ну ладно, это их дело. Твое же не упало яблоко. Вот Эми, я Эми помогала. Эми яблоко упало, я побежала, взяла. Она сказала, put it there, put it there. А я знала, куда there. Она показывала прямо вот так. В мусорку? В мусорку или в фонтан. Я смотрела на ее палец, он показывал фонтан. На самом деле она показывала в мусорку. Очень сложно. Пошла в фонтан, да. Я помыла, принесла ей, сказала it. Она взяла, пошла в мусорку. Ну, вот так ее научили, что теперь сделать. Яблоко мне, конечно, было бы жалко. Мне тоже. Ты дочитаешь сегодня? Бросовку. Бегал по коридору. Тоже не очень хорошо. Шибить мог товарищей своих, подскользнуться мог. Ну я же здесь бегал медленно. Ну, в школе же вам не разрешают бегать? Вспомни. А это вам в детском саде... Ваксман. Папе Бивина, знаешь что, колонка вот так и... Пожалуйста, мы же читаем, дорогая. И ушки. И ушки, весело, молодец, он, может быть, ходил в какой-то театр. Давай, пожалуйста, читай.
бегал по коридору. Бросал на пол свой носовой платок. Да, бросал на пол. Тоже плохое дело. Мама стирала носовой платок. И улыбается. Да эта картинка просто так. Ты сейчас сама нарисуешь своего Сигуре. Ой, Сигуру. Ты правильно сказал. Сигуру. Вырывал игрушки. В школе иногда знаешь, как прямо тянут? Например, Лукас сегодня утянул у Артура кубик вот так. Ну а что, попросить сложно, что ли? Он сказал, give me! Ну надо же попросить, can I have? Конечно, Артур расстроился. Давай, нам осталось совсем немножечко строчек, дочитаем? Да, это было. Вырывал игрушки, было? She пался, когда кукова ветеница рассказывала сказку. Рассказывала. Я так и знала, что будет история. Обо всем этом он думал, когда сидел один на скамейке в темном углу. Жалко мне его, что он стёрнул. Да, жалко. Ну, прочитай, пожалуйста, до конца. Может, его всё-таки выпустили уже? После этого Сигуру дал себе слово больше никогда не нарушать правила, не нарушать правил. Но вот что случилось на следующий день. Молодец. На следующий день.